Шериф – чемпион Молдавии. В 21 раз. Эту победу фанаты запомнят. Во-первых, Суперлигу, это новое название чемпионата, желто-черные еще не выигрывали. Во-вторых, Шериф и регламент турнира держали интригу до конца. Все оставили на последний тур. Последний домашний танец Шерифа в этом сезоне. В партнерах, точнее соперниках, Милсами. Но это танец на троих. Петрокуб участвует заочно. Победа «Красных Орлов» из Аргеева давала шанс на продолжение гонки за золотом Суперлиги. По традиции матчи последнего тура чемпионата всегда проходят в одно время. Это сделано для того, чтобы непосредственные соперники не знали, как сыграли их визави. В этом сезоне в этом есть смысл, потому что Петрокуб и Шериф до последнего претендуют на победу. Ну и есть смысл наблюдать за тем, как играет клуб из Хинчешт. Вот в приложении, допустим, там сейчас счет 0-0, и потеря очков Петрокуба тоже устраивает Шериф. Интриги и так достаточно, решил Амин Талал и забил на 20-й минуте матча. На трибунах радуется Рашид Аканби. В победе над Милсами и чемпионстве уже не сомневается. И чаще смотрит в телефон. Следит за матчем зимбрубельцы. Именно там решается судьба гонки бомбардиров. У Аканби и зубра Александра Дедова по 8 голов. В итоге все осталось без изменений. Аканби и Дедов поделили звание лучшего голеадора. Тем временем Диоп забивает второй. И надежды Петрокуба на золотой матч продолжают таять. Кстати, последний раз такое было в 2017-м. Тогда Шериф и Дача набрали поровну очков. Все решил золотой матч. Выиграли наши. Тапсаба забивает третий гол и словно делает заявление. Чемпионство от Шерифа снова никуда не уйдет. Эмоций очень много прямо сейчас. Это мой третий титул с командой. Для некоторых ребят он первый. Каждый из нас рад. Мы отмечаем победу и уже готовимся к кубку. Думаю, в новом сезоне Лиги чемпионов у нас все будет хорошо. Мы будем стараться снова добиться результата. Хотим сделать счастливыми наших фанатов. Золото Суперлиги и Лига чемпионов – это хорошо. Но осталась еще одна игра – финал Кубка Молдавии. То, что мы здесь видим, это логическое завершение сегодняшнего матча. Для нас сейчас важно восстановить силы, хорошо подготовиться к финалу Кубка, который нас ждет на следующей неделе. Трофей Шерифу не вручили. 28 мая, в воскресенье, команда Роберто Бардино может забрать сразу два. Надо обыграть бельцы в финале Кубка. Матч пройдет в Хинчештах.